Акция «Свеча памяти», приуроченная к дню начала Великой Отечественной войны, в Балакове становится все более масштабной. Уже второй год подряд у фонтана на улице Ленина в назначенный час собираются сотни участников акции, чтобы пройти по аллее героев и на площадке перед обелиском выложить огнем изображение, символизирующее Великую Отечественную. Трудно представить, что было в душе и в памяти, и в мыслях у каждого человека, когда услышал, что началась Великая Отечественная война. Поэтому мне кажется, у всех чувства в целом одинаковые. Дай бог, чтобы был мир. Однако немного в другом формате такая же акция проходила в Балакове и раньше. Роман Сергеевич, в каком году? Лет 8 назад мы с вами, да, тогда в 4 утра приехали? Да, по-моему, если не 9. Если не 9, да, лет 8. Тогда это было первое такое вот у нас спонтанное предложение. Мы вместе с молодой гвардией, молодыми ребятами как-то клич крикнули и вот собрались. Ну, думали, никто не придет. Пришло много, ну, порядка человек 70. И атмосфера была, конечно, ну, как сказать, очень такая напряженная, молчаливая. Речей никто не говорил. Просто сказали, что мы приехали в эту минуту отдать память своим дедам и прадедам, которые отдали жизнь. В прошлом году во время акции свечами выложили известный плакат «Родина, мать зовет». На этот раз изображение выбрано другое, не менее патриотичное. Изображение будет комбата, который зовет в бой. Будет фраза выложена «За Родину». Вот. Ну, это одна из самых таких вот узнаваемых картинок патриотичных, которые тоже все знают, все видели в книжках. Такие мероприятия, они же важны не только для старшего поколения, но и для молодежи. Потому что это то событие, которое произошло в 41-м году, в эти дни, да, мы вспоминаем тех родственников, тех героев, которые первые встретили врага на границе нашей страны. И вот эту память, наша задача ее передать, сохранить. В этом году на акцию пришло очень много молодежи. Родители, бабушки и дедушки приводили детей и внуков. Ребята еще не знают, что такое Великая Отечественная война. Но после акции они обязательно спросят, а старшее поколение расскажет о тех страшных годах, передавая им память о войне. Гордость, конечно, патриотизм. Мне кажется, это объединяет людей. В память о героях Великой Отечественной войны, которые погибли в первые дни, мы вот выставили свечи. На сегодняшней акции было очень много детей. Они благодаря этому узнают вообще об этой войне. Говорят, что солдат умирает дважды. Первый раз на поле боя, а второй раз, когда про него забывают. И глядя на то, сколько балаковцев присоединились к акции, можно сказать, что воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны, будут жить в сердцах их потомков. Русский народ, он всегда был сплоченный, а сегодняшняя обстановка в мире показывает, что нам как никогда надо всегда сплачиваться и быть всегда вместе. А тем более хотят переписать историю, а мы и потомки, мы должны помнить это и не дать возможность что-то изменить в этой истории. История должна быть историей.